Настя приехала с мамой из Луганска почти год назад. День защиты детей они провели в Одессе. Тут девочку и других ребят ждал веселый праздник и большая концертная программа. Но перед активной частью празднования день начинается с рукоделия. Настя показывает нам свои рисунки и с мамиными подсказками отвечает на вопросы. А сложно было рисовать? Да. Ну, говори, я хорошо рисую. Мы рисовали сегодня, ну как бы все остальное ей сложно, а рисовать мы рисуем давно, она умеет рисовать красками. Вот. Все ручками мы все умеем делать, как бы потом занимались, самостоятельно не ходим, а руками все делаем. Другие детки тоже старательно мастерили поделки, рисовали и плели из бисера. Из санатория в Куяльника и Сергеевке приехало около 100 маленьких переселенцев. Зная, что пробудут в Одессе целый день, они настроились веселиться по полной. Мы сегодня рисуем. А вы знаете, что сегодня за праздник? День защиты детей. День защиты детей. Как будете праздновать этот день? Это же ваш праздник. Весело. Дети с Куяльника, они могут себе позволить приехать в Одессу где-то погулять. А дети Сергеевки, это далеко. И такой возможности нет. И хотелось бы, если они сюда приедут, чтобы этот день прошел целый день. Потому что это затраты, это дорога. Праздничное утро для детей-переселенцев началось не только с рисования, но и танцев. Мастер-класс от волонтеров помог желающим размяться после сидения за столом. Мы уже не первый раз устраиваем для них праздник, и наши дети обожают давать для них концерты. Это такая благодарная публика, я вам передать не могу. И вообще хочется работать, когда видишь, что такая отдача есть. Позже детей ждал кинопросмотр. Ребятам показали музыкальную сказку украинского производства «Волшебные истории. Эликсир доброты». Фильм, снятый на Одесской киностудии, получил несколько призов на фестивалях. Создатели считают, что история интересна и поучительна для детей. Они должны выйти из своего компьютера на воздух, на улицу и увидеть все, что происходит в мире, что все чудо. И солнце, и небо – это все чудо. Это все чудеса, что мы не замечаем. Завтра день будет вновь, все устроено мудро. Для маленьких переселенцев День защиты детей в этом году имеет большее значение, чем когда-либо. Именно их детство сейчас оберегают украинские военные и родители, которые покинули дома ради спокойствия своих детей. Это дети войны. Как это ни странно. И, скорее всего, в дальнейшей истории именно так это будет и записано. Мы должны к их вот этой вот части детства военного добавить что-то хорошее, доброе, чтобы вытеснить вот этот весь негатив. И чтобы у нас в дальнейшем была Украина единая и целостная. После мероприятия в еврейском центре для детей-переселенцев было подготовлено продолжение праздничной программы. Ребята переместились на пляж и продолжили веселиться до вечера. Ольга Кетик, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.